МособлЕРЦ рекомендует в ближайшее время воздержаться от посещения клиентских офисов и в качестве альтернативы просит воспользоваться удобными дистанционными сервисами, контактным центром и единым личным кабинетом клиента. Зайти в личный кабинет можно с сайта mosoblerc.rf, с сайта mosenergosbyt.ru или через мобильное приложение «Мой Мосэнергосбыт». Молодые люди могут помочь пожилым близким зарегистрироваться в личном кабинете или добавить лицевой счет в своей учетной записи.